Привет, друзья! Да, с этими роликами одни неприятности, блин. Ой, вот я вчера ролик снял, как я в музыкальную ездил. Ну, вы поняли. Рояль. Преподавательница музыки. Боже. Ага. Только снял, выставил. Не проходит минут 10, звонит друг мой Саня. Привет, дружочек. И кум. Ну, сначала один, только с одним пообщался, с другом, с первым. Сразу кум звонит. И главное, обои говорят одно и то самое. Знаете, вот как по писанному. Вроде они созвонились, под копирочку записали слово в слово. И главное, с обидой и с претензией. Обои ж в это говорят. Ну, тот друг, а тот кум. А что ж ты не позвал меня в музыкальную школу? Я говорю, пацаны, ну без обиды, кум, друг. Ну, говорю, ё-моё, ну я ж, блин, ну послала Алочка, ну, не послала на три буквы, а попросила съездить. Я ж предположить не мог, что ситуация так обернется. Пацаны, вы что? Да. Они, ну вот видишь, значит, сам борщ хлебал, хлебал-то поехал и на супчик, а мы должны, что, один в этом борщ. Нехорошо так, не по-дружески. Надо делиться с ближним. Ты ж возле церкви, а у нас тут церковь рядом. Ты ж возле церкви в это живешь. А в Святом Писании что написано? Поделись с ближним своим. Я говорю, ребята, в натуре отвечаю. Алочка с утра едет завтра на сутки. Ну, сегодня в смысле. Я растоплю баню, позвоню преподавательнице музыки. Я говорю, и приглашу в баню. Они что, одну на трех? Я говорю, не, ну можем ее ж ей. Есть еще любительница музыки. Ага, они, ну хорошо, посмотрим, как ты нас уважаешь, как ты нас любишь. Ага, ну я ж звоню, здравствуй, дорогая, ты репер тролливали-то, вот она, чем занимаешься, дорогой? Я говорю, да, слушал музыку, вот летал в облаках. Она, какую? Я говорю, да, всякую, романсы, я говорю, слушал, цыганские, ну я действительно люблю цыганские романсы. Она, ой, я от них теряю сознание. А где ты слушал? Я говорю, да у меня сборник, говорю, вот на дисках вот написано. Еще Николая Сличенко. Она, ой, я от него таю. Я говорю, ну, приезжай, я говорю, как раз баньку натопил. Сходишь в баню. Я ж не намекаю, ничего не говорю, что я тут вроде бы как. Я говорю, приезжай, посмотри, этот, послушаешь, сходишь в баньку. Она, о, а можно я с подружкой? Я говорю, можно, конечно, а не одну, говорю, две бери, если что. Она, ой, да они такие по характеру, как и я. Я говорю, да что ты говоришь? Она, да, я тебе понравился мой характер. Я говорю, исключительно за замечательно прекрасный характер. Ну, я проеду. Я говорю, ну хорошо. Звоню другу, звоню кому, пацаны, вот так и так, приедут. Они, так что, групповуха. Я говорю, ну а что делать, пацаны? Вы попросили, я вам сделал. Правильно же? Пацан сказал, пацан ответил. Сделал. Ага. Они сейчас летим. Ну, часа полтора. Вот они. Тут же звонит эта ж любительница музыкальных инструментов и музыки. Ну,
мы вдвоем только с подругой. Я говорю, а что, третий не нашлась? Да там заболела она и что-то дома там с детьми. Ну, короче, не смогла. Я думаю, слава тебе, Господи. Я говорю, ну, проезжай. А ты один? Я говорю, да не, я говорю, друг вот пришел и кум. О, так у нас будет групповое прослушивание музыки. Я говорю, да, говорю, я обожаю групповое. Ну, она, ой, да ты меня прямо засмущал. Я говорю, да не переживай, все будет нормально. Что такое? Ага, ну приехали. Ну я тут чайку, в это кофейку, все как положено. Включил же этот музычку в предбанничку. Ну вы же видели вперед на роликах. Поубирал же там все, и кушетку поставил, и кресла такие там у меня есть. Ага, все нормально. Ну, пошли. Я говорю, ну, идите в этой девочке. Вы, она, ой, да, что мы будем по очереди, вы пока нас дождетесь, мы любим париться. Я говорю, да что вы, и мы, говорю, любим. Ну, пойдите все вместе, пойдемте все вместе. Я говорю, такая форма одежды, как... Ну, простыня ж есть. Да мы с собой взяли. Я говорю, есть. В это, конечно, мы тоже приготовили. Ну, простыньками ж укутались. Ага, заходим в баньку. Попарились раз. Вышли, посидели по чайку. А чай на травах пахнет. И музычка ж так потихоньку. Смотрю, они начинают млеть. Я говорю, ну пойдемте еще раз, чтобы тело не остыло, чтобы хорошо распарилось, все органы, чтобы мягкие были, пушистые. Они, ой, какая банька хорошая, какой пар легкий, прям так вот размягчает организм. Я говорю, да шо вы, да старался ж для вас. Ага, пошли ж. Друг уже одну приглядел, кум в это тоже. Заходим же в баньку, а одна из них, ну, я не буду уже говорить, кто говорит, а веничек же у вас есть? Я говорю, конечно, два, и березовый, и дубовый. Она, ой, я обожаю двумя вениками. Один, чтоб пожестче, а один помягче. Ну, березовый, он же веточки длинные, он пожестче, а дубовый, он же мягкий. Ну, а один с нас, не буду опять же так и говорить, кто, два, ну давай. Она ложится, простыньку ж расстелила, мы сделали вид, что отвернулись. Ага, она ложится, один с нас два веника берет и только начинает бить. Она, не, я люблю, чтобы вдвоем. Двое. Как же она сказала? Не банщика. Ну, короче, чтобы этот. Жарили, чи парили, чи банили, чи шо ее. Удвоем. Ну, я так вроде сделал в этот фит, что что-то попало под ногу, да наклонился, а эти ж сразу ж бегом за веники. Раз! И давай же удвоем, и смотрю, так подходят, один оттуда, один оттуда, а та села на вторую полку, глаза закрыла, простыня упала, вот так с ней, и она так разомлела и сидит. Ага, а я потихоньку-потихоньку предбанничек, чайку попил, на кушеточку лег, так как задремал, просыпаюсь. Они меня в это будят. Печка, говорит, потухла. Я говорю, у кого-то вы ж кочегарили. У кого потухла? Они так, обои такие раскрасневшиеся, довольные. Ой, да не, у нас не, это у вас печка потухла. Я говорю, да не у меня, а у бани печка потухла. Говорю, подкинуть по пару дрючочков. Ой, да смотри,
сам, а то у нас уже и время, ехать пора. Я говорю, ну, ребята, вас проводят. Так вот то, что я вам хочу сказать. Вот это за что я люблю групповые всякие действия. Там сочкануть можно, никто этого и не заметит. Поняли? Я вас обожаю, мои дорогие подписчики и мои дорогие зрители. С праздником вас, с вербным воскресеньем, счастья, мира, любви, добра и всего-всего самого наилучшего. Бабайка, тебе тоже привет. Мои ребята по битве за трон. Вам всем персональный и каждому привет. Пока-пока.